свиданию. What a beautiful day today. What a beautiful work we have seen already, and I'm very happy to be here in Moscow for the Biennale with you all. Какой сегодня прекрасный день, какие прекрасные работы мы уже посмотрели с вами сегодня. Я очень счастлива быть в Москве и быть на Биеннале. И я особенно благодарю Сергея за это. And Maria for getting with me through this adventure today. И Марию за то, что она со мной сегодня будет путешествовать. So I'm taking you to France with me. Мы с вами отправимся во Францию. Paris and to other regions where I work, and I want to share with you the context and the process of the work that you might have seen in the exhibitions or in certain books, and explain a little bit about how these images came to life. Мы с вами отправимся в Париж и в другие регионы Франции, в которых я работала, и посмотрим работы, которые, возможно, вы уже видели на выставках и в каталогах. Я вам расскажу про контекст, в котором я работаю, и как я, собственно, с ним работаю. So I live in Paris, in the urban space, in the city, and this is also what I care about, the city and the urban space. I work mainly in the cultural field. Я живу в Париже, в центре города, в таком городском пространстве типичном, и это то, что меня заботит, то, о чем я думаю. Городское пространство, жизнь человека в городе. So that means for theaters, museums, cities, people. Я работаю в основном для культурных институций, для театров, музеев и для людей, которые ходят в эти места. And even so, we live in a very global world, and through the internet, everything goes to every place in a second. Мы с вами живем в глобальном мире, благодаря интернету вы можете в любую точку шара попасть в минуту и достать любую информацию. The work I'm working on is very specific and very local, and so yeah, this is what I want to talk about. Работа, которую я делаю, она очень тесно связана с городом, с местами, в которых я работаю, и это то, о чем я сегодня хочу поговорить. So this is an image of the Bastille in Paris, in the middle of the city, and you can see the traffic with someone biking. It's not me, but it could be me, because I'm biking in Paris. Это площадь Бастилии в центре Парижа, и вы видите активное движение, дорожное движение, вы видите велосипедистов, и на этом велосипеде могла бы сидеть я, потому что я езжу на велосипеде. And it's just an example. I know, it's very dangerous, but not so dangerous anymore. 20 years ago everybody thought it was suicidal. Я знаю, это может быть опасно, но на самом деле 20 лет назад, например, да, все думали, что это просто самоубийство, ездить на велосипеде в Париже. It also shows how context can change. This is the factory where my studio is in, and more people bike online. Это история о том, как может измениться контекст, в котором вы живете. Это, например, фотография, это вход в мою студию, и вы видите, сколько здесь велосипедов. То есть люди реально начали ездить на велосипедах в Париже. And so the mayor, who wants to be popular, so he does something for this new movement that more people want to bike. And since few times in Paris we have on each corner these big bike, rent bike stations, and people start really biking, and it completely changed also the urban space in the way that you feel and see in it. И мэр, который, естественно, беспокоится о своей популярности, он решил сделать такой широкий жест и улучшить жизнь велосипедистов в городе. И теперь в Париже на каждом углу, на пересечении улиц вы можете найти такие стойки проката велосипедов и совершенно другое ощущение от города, когда вы едете по нему на велосипеде. So, and in the end, the bikes won over the cars, and suddenly, in summer, they close the complete streets beside the Seine, and it's free for the bikes, no cars. И в результате велосипеды победили машины, потому что по особым дням, по воскресеньям, некоторые важные дороги в городе закрываются и для автомобилей, и по ним ездят велосипедисты. I know Paris is much tighter and closer than Moscow, but having been in traffic for many hours yesterday, I thought maybe it's an idea for Moscow. Я знаю, что Париж гораздо более компактный город, чем Москва, но после того, как мы вчера провели несколько часов в пробках, я подумал, может быть, для Москвы это неплохая идея.
Mostly the idea of the visual, of the image, of the poster, of the book, of the invitation comes out of the context. Can come out of a word, like in this invitation card, with the type made by Pierre de Chaulot, of an exhibition, which was called Approach. Это плакат к выставке, который называется Approach, то есть подход. Он сделан так, чтобы отражать главную идею, что идея может работать в контексте, и она совсем по-другому в нем работает. And you could actually read it when you approach it to the light. Вы можете прочитать название выставки, когда посмотрите на этот плакат на просвет. Another example. This is a poster for an exhibition, a graphic exhibition. In France we have two, Chaumont and Échirolles. This is for Échirolles. And it was an exhibition for mainly women designers, happening 1 month in the summer in a museum that was made up for that occasion. And it happens to be in the mountains, though this, sorry. Во Франции есть два основных места, в которых происходит такая активная жизнь, связанная с графическим дизайном. Это два города, Шамон и Эшероль. И этот плакат был сделан как раз для второго события. Летом на один месяц открывается временное такое здание, конструируется, в котором проходят выставки. И вот этот плакат был сделан к выставке, которая была посвящена роли женщины в графическом дизайне. Ну, или женщины в графическом дизайне. This M popping up is also kind of a manifestation that they want to have the museum that only is there for a month for real. Этот плакат отражает, как вы видите, это событие проходит в горах, в очень красивом местечке, и в плакате отражена идея, что это временная конструкция, которая воздвигается на месяц. Another example, this is in Paris, it's La Géode, it's a 3D cinema. Who had a festival, and obviously this form was the inspiration for the poster of the festival there. Это кинотеатр во Франции, в котором в основном показывают кино по технологии 3D, и сама форма здания, она послужила вдохновением для плаката. This is the Paris underground. We have many posters there, side by side. It's very noisy visually, not as beautiful as the Moscovite underground that I saw, the metro here. Это парижское метро. Как вы видите, в нем всегда висит очень много плакатов. Они висят прям один на другом практически. И там очень большое движение, очень шумно. И, в общем, совсем не такая красота, как я увидела в московском метро. When you walk there, you're permanently talked to by many different visuals. И когда вы идете по туннелям, ну не туннелям, переходам парижского метро, с вами очень много говорит разных сообщений. It's only in the moments where the panels are not sold to publicity, where you have this beautiful Yves Klein blue panels. И вот такая красивая картина, когда вместо плаката вы видите такие большие голубые панели, появляются только тогда, когда места рекламные не продаются. Which look a little bit like poetry in public space, and which have been the inspiration for a theater poster, which was completely simple and just guided from one century to the next, which says new stars are born every day. И вот та фотография, такой образ, как вы видели, из парижского метро, послужил вдохновением для этого плаката, который очень простой. Он показывает просто движение из одного времени в другое, и его как бы слоган гласит: «Новые звезды рождаются каждый день». So sometimes when the surrounding is loud, you have to be very silent to be noticed. И иногда, когда вы помещены в очень громкое окружение, шумное, нужно быть тихим, чтобы быть замеченным. In the following year, there was a similar idea to work just with squares for the theater season. It's for theater in the south of Paris. И вот это была следующая работа, и в ней я тоже хотела работать с темой простоты и каких-то простых форм. Это, например, плакат для театра Парижа. So the question was, what is theater? It's what happens before the stage, on stage, and behind the stage.
И я задала себе вопрос, а в театре что происходит на сцене и что происходит за сценой? So these are different play posters who all work in the same idea. Something happens before the stage and behind the stage, and there is a reflection of this space in this empty space on the left side. It's just a kind of a mirror in the void. И эта серия плакатов как раз рассказывает историю о том, что происходит на сцене, за сценой, и в вот этой пустоте на плакате отражено театральное пространство. So this is a very easy way to create an identity with a few means. Это такой простейший способ сделать корпоративный стиль. Вы берете простые какие-то инструменты, простые средства. And I finished this season with a poster for Rwanda, who was a very difficult play, about 12-hour play about the genocide in Rwanda, and where you see the ambiguity between play and death of these two children in the poster. И это был последний плакат в серии к спектаклю о Руанде. Это была такая очень тяжелая 12-часовая постановка. И в плакате вы видите развитие темы игры и смерти детей. After these seasons, I worked for a year with this theater client, and this is also something very rare. I have a professional relationship with this one client for over 12 years now. For several theaters, and these different theaters I would like to show you, because the style comes always out of the context. Я с этим театром я работала 4 года, и у меня появились как бы другие клиенты, тоже театры. Я бы хотела вам показать работы, сделанные для этих клиентов, и показать, что эти работы также рождались из контекста. After 4 years working together, the director of the theater got promoted and went to Angoulême. Angoulême is a city in south of France with 150,000 inhabitants, approximately. После 4 лет совместной работы директор театра решил, что надо как-то, в общем, активнее продвигать этот театр, и вышел на Angoulême. Это такой город на юге Франции, не очень большой, там 150 тысяч жителей. You can see this landscape. The people are very proud of their beautiful landscape there. Lot of water and beautiful light. Это как раз пейзаж Ангулема, и местные очень гордятся природой, прекрасными видами и светом, который есть в Ангулеме. But the city is also well known for a very important comic museum and a comic festival every year. I don't know if anybody knows it here, but in France and internationally it has quite some reputation. И этот город известен своим театром комедии, который на самом деле знаком по всему миру. Возможно, вы слышали о нем. And the whole city participates in this storytelling. Here's maybe the oldest version. И весь город участвует в этом, вот, в рассказывании этих историй. Например, вот эта старая версия. But you can also see the street signs are dedicated to this comic festival. И там проходит фестиваль комедии, и вы видите дорожные знаки, которые отыгрывают тему и тоже связаны с этим фестивалем. Or on different houses, when you turn around the corner, you suddenly are in kind of a two-dimensional world. В этом городе можно повернуть за угол, и вдруг вы оказываетесь в двухмерном пространстве. This is my favorite, it says. It's worse than that. This is the reality. Это моя любимая фотография оттуда. В бабле там написано: «Все еще хуже, это реальность». So, when the director arrived at this new big national scene, this is the one, unfortunately it was not a very bright day, he asked me to work also in the direction of the comic expression. И когда директор музея, директор театра прибыл в этот город, он связался со мной и попросил как-то, в общем, в эту историю включиться. From this moment on, I was associated with another graphic designer. Normally, I work alone with an assistant or intern.
But for the theater, I associated with another designer who previously had worked also with this director, and it was just a nice way to work together, a little bit like two musicians, so everyone owns their own tune, but for some places you improvise together and you make the music together. И проектом для этого театра мы занимались вместе с другим дизайнером, и это было огромное удовольствие, потому что мы работали вместе, мы были разные, но у нас как-то здорово все это вместе получалось. И у каждого дизайнера какая-то своя нота есть, какая-то своя интонация, и как-то они у нас сложились. So inspired by the building and also by the idea of the grid, of the comic strips, we thought about a way, a system in the first year to communicate the whole season of the theater. We made the smallest common denominator. You know. Well, we made a grid. И мы, вдохновляясь архитектурой театра, вдохновляясь там графикой, принятой в мире комедии, мы разработали сетку. Defined a color system. Мы определили систему цветовую. Made a welcome in. So the poster. Это был постер. Это вот буклет. And had a kind of system to play around for the whole season, for the program, like here. И с этой системой можно играться на протяжении всего сезона. Например, вот эта программа театра. Which allowed us in a very easy way to work with very different kind of photos and telling stories by just cutting them in different squares, which kind of corresponds of the comic. И благодаря замыслу, благодаря сетке, которую мы разработали, у нас была возможность играть с разными типами изображений, разными фотографиями, картинками, как-то их резать, помещать в прямоугольники и, в общем, развивать какую-то историю. Same for the monthly program posters. Это плакаты к ежемесячным программам. So the idea here is not anymore like you have seen before a play poster, but these are posters which announce just that there are several pieces happening in one month. До этого вы видели плакат, который был сделан в одной постановке, а это как бы вся программка на месяц. Поэтому тут рассказывается о том, какие вообще постановки вы можете увидеть в театре в этот период. So this was, for example, only for all the dance programs, this is why it's all in blue. Это было сделано. And if you remember before this play about Rwanda in this one season, it's exactly the same play again now in another context. И вы помните, я рассказывала про театральную постановку про Руанду. Это плакат вот к той же театральной постановке. After one year, using the squares in all the ways and all the forms, we said, okay, this is over, and now we associate a photographer for each season as an author to our team. И после года работы вот этой сетки и этой графической системы, они сказали окей, а теперь у нас новая тема, мы пригласили фотографа, и он будет с нами работать. The theater is local, the story are about life and death, and we wanted to work with the real local people who live there and not use any Getty images or something like that to talk about this theater. Этот театр очень тесно связан с окружением, и поэтому мы хотели работать с, как бы, с лицами местных людей. То есть мы не хотели брать никакие картинки из Getty. Мы хотели задействовать людей, которые живут в этом городе. So you can see this is a marriage in front of the city hall. Это, например, фотография свадьбы. Young kids. Дети в городе. Less young kids. Не такие дети уже в городе. This is the summer in Angoulême with boys jumping from trees. Лето в Ангулеме, мальчики прыгают с деревьев. And bridges. Из мостов. So the photographer was completely free to do whatever material he wanted, and we would react on it. То есть у фотографа была полная свобода, что снимать, и потом мы просто смотрели то, что он снял, и как-то на это реагировали. And there's often one image, you don't know why, that's a little bit different and that just makes a click, and this is where the whole season starts, and this is this image. И бывает такое, смотришь фотографии, вдруг попадается какое-то, которое заставляет прям тебя трепетать, и из него идет работа. И, например, вот это была такая фотография. This is very corky figure jumping into the water with these little flower petals on it.
Вот такая фигура, вся сжатая, прыгающая в воду, узорчатая, красивая. And when you reframe it, it becomes even more strange because you don't even know where he's jumping into. Maybe it's the sky. И когда вы добавляете такую форму, это изображение становится еще более странным, потому что помимо странной формы тела, вы не понимаете, куда он теперь прыгает. So with the layer behind, it becomes something more understandable, and the whole thing gets a structure with the graphic elements. А когда вы добавляете графические элементы, история начинает становиться понятной. And becomes the second season poster. И это становится плакатом к второму сезону театра. Continue the same idea in all the other expressions, like the brochure, where you can see the cover here. And maybe you notice that there's not written that it is a theater, no logo, nothing. It's just an image with some graphic elements behind. И эта обложка буклета для этого театра, мы, как видите, используем тоже изображение. И как вы заметили, там нет никаких слов, нет названия театра, нет логотипа, нет ничего. And this continues like that the next 16 pages. There's associations that are telling stories. Так продолжается на протяжении 16 страниц. То есть есть какие-то истории, они связаны между собой, и никаких слов. And the graphic elements become the stage, kind of the theater stage on which these stories happen. И графические элементы становятся сценой, на которой происходят вот эти события, которые мы видим на фотографии. And only when you arrive in the middle of the brochure, you finally know that it's about the theater. И только когда вы доходите до середины брошюры, вы понимаете, что, оказывается, это брошюра для театра. So what was the idea about that? It was to make a kind of an album and give back to the people who were there and gave their image and kind of create a city album, a photo album from the city, from a specific moment and time. Идея заключалась в том, чтобы создать фотоальбом о том, как живет и как выглядит город именно в этот момент. И отдать, ну как бы вернуть добро людям, которые дали свои фотографии, позволили их использовать. And the next year we invited another photographer and we discussed closely about with him what he wanted to do, and he wanted to photograph people. And he said, okay, go ahead. And when he came back, he mainly had nature photos and 80% of cemeteries. And it was a little bit difficult to deal with that. So we find a way to approach the nature part in a different way. В следующем сезоне мы пригласили другого фотографа, и он сказал, я хочу снимать людей. Мы сказали, хорошо, снимай. И когда он вернулся к нам с фотографиями, оказалось, что он снимал исключительно природу. Причем, ну, какие-то виды. И большинство, 80% этих фотографий были с кладбища. Вот. Поэтому перед нами стояла непростая задача, как использовать эти фотографии. So, when you work two people together, it's like kind of a ping-pong. One starts something, then we discuss, and it continues until, in some way, a way develops and becomes a way through the season. И когда ты работаешь в паре с кем-то, это похоже на пинг-понг. То есть кто-то запускает, вы обсуждаете, что-то меняется по ходу. И в какой-то момент вы выходите на какой-то единый путь, по которому следуете для себя. And once we were happy to have found that, of course, we did it all over again for the Children Festival. И мы сделали то же самое для фестиваля детского театра. It means something like the head in the clouds. Тут было написано «Голова в облаках». And for the other monthly posters and announcement posters. И это снова ежемесячные плакаты к анонсирующей программе театра. This is the children brochure. So you can understand, once we have an idea, it just plays around for the whole season. Это брошюра к детской части деятельности театра. И вы видите, что мы какую-то разработали идею, и она функционирует на протяжении всего сезона. И весь сезон мы ее развиваем. And the following year, the idea is always the same. It's always the same project. It's always the same thematic. The director never comes up really with an idea. So
the way is how can you define always in different way what theater is? So in this year we were thinking about the reflection. You go in a theater different, like in a cinema, it's something to reflect yourself. But you can do that in cinema, of course, too. But it's more like a mirror, or this is the way that we wanted to talk about. И в каждом сезоне театр один и тот же, но надо найти каждый раз какой-то новый подход, новую концепцию. Вот, например, в этом сезоне концепция была отражение. So on the poster it's difficult to show it here. There was a layer in varnish and it was just saying invitation to the journey. И вот в этом плакате это трудно показать на экране. Там был другой уровень печати, следующий слой, на котором было написано «Отправляемся в путешествие». And this and other texts were printed in transparent over the brochure to also make act in some way the spectator, that he had to get involved and look at the things from different angles. И на протяжении всей брошюры вы видите поверх изображения идет такой полупрозрачный слой, на котором идет текст. И это затягивает вас внутрь и заставляет как-то взаимодействовать с этой работой. And we finished with this sentence from Robert Filliou, which I very much like. It's art is what makes life more interesting than art. И заканчивается эта брошюра задней обложкой, на которой написана фраза, которую я очень люблю. Искусство — это то, что делает нашу жизнь более интересной, чем искусство. So, in the following, you will see several posters again, with monthly posters, always the same project, with different layers of texture, just telling how much is going on there with text, and to find always a different expression that will be there in the public space. These posters are mainly exposed in the zones where people walk, in the commercial zones or in the inner city zones. Это плакаты следующего сезона. Вы видите здесь много-много слоев текста. И это отражает идею о том, что в этом театре очень много всего происходит. И для того, чтобы правильно взаимодействовать, то есть выбрать правильный контекст для таких типографических плакатов, мы в основном помещали их в такие основные пешеходные зоны, там, где проходит много людей, чтобы они могли взаимодействовать с этими плакатами. So it's more about a presence, a real presence that has a different kind of energy and way to address people in the commercial posters that are hanging around them, and that are going more from consume me to participate with me. Это плакаты, которые разрабатывают идею о том, что есть не только потребление, есть взаимодействие, и поэтому ты включаешь зрителя в какую-то игру и в какую-то жизнь совместную с плакатом. So the idea of the mirroring with the children festival again, where we just use very simple city pictures or pictures of nature that with a mirror become something magic. The idea that the magic is in the details and not always in the very complicated things. Это также буклет для детских спектаклей, и в ней разрабатывается довольно простая идея, используются простые изображения города. И идея заключается в том, что самое главное — это мелочи выключается. Самая красота. It's just about a way of looking on things. Самое важное — это то, как вы смотрите на вещи. Like the center of the view of this little girl, which made the brochure in the following year. Центром композиции является взгляд этой девочки, и эта тема развивается на протяжении многих изображений. And the actors of that season, of the following season, that were photographed by another photographer from Paris, started carrying the new season. So there was again one picture that started it all off. Затем мы пригласили другого фотографа, и он сфотографировал актеров театра, которые были задействованы в постановках этого сезона. И они как бы держат весь сезон. And developed a form that could be read in different distances. So you had an abstract form on the one hand, but once when you had them all together in the end of the season, you see it became a kind of alphabet and you could write words with it, like theater.
И мы разработали форумы, которые работают по-разному в разном контексте. Если вы смотрите отдельно на плакат, кажется, что это абстрактная форма. Но когда вы складываете несколько плакатов вместе и как бы отходите на какую-то дистанцию, вы видите, что это слово. And this allowed us also in the end to finish with this theater and the director, because the story was on somewhere else, with what we wanted to do in the beginning, to involve the theater in the city and in this comic strip expression. И в результате эта история, которую мы придумали для этого сезона, позволила нам реализовать замысел, который был с самого начала нашего сотрудничества с этим театром. Мы хотели его сотрудничество с директором этого театра. Он хотел задействовать театр и как-то связать его плотнее с городом, с его людьми. So it seems that the communication hadn't been too bad. The director got promoted again, and now he directs this big ship. It's in Mulhouse, it's just on the border between France, Germany and Switzerland, and it's the second biggest cultural scene in France. И, ну, наверное, его неплохо поработали, потому что директор этого театра снова продвинули, то есть он получил повышение, и теперь он работает вот в этом театре, который тоже один из главных во Франции. It looks like a huge multi international business whatever building. Это здание похоже на какое-то огромное международное бизнес строение. So the first thing that we did is we kind of investigated the facade with different people coming through the season and telling a story immediately that something is happening there in this building. Поэтому в первую очередь мы занялись фасадом здания, мы поместили на него фотографии людей. Идея в том, что эти люди приходят и рассказывают истории про этот театр. Они рассказывают, что в нем происходит, что в нем надо делать и чем он прекрасен. The theater is called La Filature, and that means something like a textile fabric. Театр называется La Filature, и в переводе это означает что-то вроде ткани. And it was because there was standing a textile fabric before at this place. There was before the theater. There was a textile fabric. Это как бы следует за историей этого здания, потому что до театра в нем находилась ткацкая фабрика. So that gave us the idea to make also some kind of texture between images and text. И у нас появилась идея создать какую-то текстуру взаимодействия между изображением и текстом. And that just goes through the different versions of how that. И это вот разные варианты развития этой идеи. So there happens theater, cinema, photo exhibitions, opera. В этом здании много всего происходит. Здесь есть плакаты к опере, к кинопоказам, к театральным постановкам. And sometimes festivals, like Festival Trans, which is a festival that involves three different countries. Иногда там проходят фестивали, например, вот этот плакат сделан к фестивалю. And just without going to talk about all of them, you get an idea how this idea about this fabric can go through all the seasons, be variated, and still get a sort of an identity. Я не буду рассказывать подробно про каждый плакат, я просто хочу, чтобы вы увидели, как развивалась вот эта идея ткани, приплетения нитей, слоев, и как она, они отличаются очень друг от друга, эти плакаты, но вместе они формируют единую визуальную систему. And I finished with another project of a theater, a very small one. It's called Relax. Relax. Под конец я расскажу вам об еще одном театральном проекте. Это очень маленький театр, и он называется Relax. Расслабьтесь. And it's in the city of Chaumont, where the
French Graphic Design Festival happens. И этот театр находится в городе Шамон, в том же, в котором проходит фестиваль графического дизайна. This is this building which has been for a cinema and a red light bowling bar. Это здание театра. До того, как у меня появился театр, там был кинотеатр, и до этого там был какой-то, в общем, бар в стиле района красных фонарей. So the director thought it would be a good idea to have a theater in there, which would bring more culture to the city. И директор решил, что неплохая идея как-то рассветить это здание, чтобы, в общем, добавить жизни и цвета городу. But the local resistance was very big. They said, why do we need a theater? We would like to have a bigger football place, for example. Но, в общем, было очень большое сопротивление. Зачем делать здесь театр? Давайте сделаем здесь что-нибудь более полезное, там, футбольное поле. So before starting to work, I got a pile like this of bad critics of newspapers in the hand. И перед тем, как начать работать, я собрала, в общем, подборку недружественных статей об этом месте. And the director, by the way, too. И директор музея, директор театра тоже собирал. And they said, if the theater is not full in the next 3 years, we close it again. И инвесторы сказали, а если театр не начнет заполняться за 3 года, мы его опять закроем. So the idea is, they said, we want something that you work on, but it should be completely different than all the things that of the theater that you have done before. И они сказали, что они хотят, чтобы эта работа была диаметрально противоположна всему, что делала она до этого. То есть они хотят что-то абсолютно новое. So we want it to be popular, whatever popular means. Мы хотим быть популярными, что бы это ни значило. So on the construction side, there was this sign from this old bowling bar. С конструктивной точки зрения у нас был вот этот знак, который был вывеской над баром. Which looked so interesting and so quirky that we thought we absolutely have to keep it. И мы решили, что он такой классный, что его надо оставить. So we just redesigned it. Мы просто немного его доработали. And invested it in 100 different ways. И использовали его сотнями разных способов. This is for the building itself. Для самого здания. And to react to the critics of the newspaper, we just did exactly the same newspaper. И для того, чтобы как бы отыграть тему критики в газетах, мы сделали для этого театра газету. So same size, same popular codes. Того же формата, тех же, в общем, узнаваемой такой визуалки. And we brought the theater to the people. И мы как бы привели театр к зрителю, к людям. And all the things around were printed on the same very simple newspaper paper. И все, что мы делали для театра, все продукты, они были напечатаны на такой простой, дешевой газетной бумаге. Which allowed for the very thin visit cards that were folded for everyone to have his own expression about theater. И это позволило разрабатывать разные интересные темы, например, эти карточки, которые складывались, мы их раскрывали, и там каждый раз были какие-то новые фразы о театре. Once the season was done, the first poster was hanging, was about to be done, the mayor had so many things to say about, you know, what he wanted. It was too much words, so we said, we just take the first page of the theater and we really surround and make very aware what he all has to say. И когда уже проект подходил к концу, мы уже почти все сделали, был разговор с мэром города, и он, в общем, говорил, что настолько много всего сделано, что надо что-то из этого выбирать. But of course, what he really wanted to say is think about getting opponated. What he wanted to say is here, what we write here, think to not forget to get opponated to the theater. Вот здесь, например, написано послание: думайте для того, чтобы, в общем, попасть в театр, чтобы получить абонемент. So, it's very low budget. No photographer can be involved. We work with a local photographer. He is hired by the city hall. He normally photographs anniversaries of 100-year-old grandmas and little winners of football pokals. И мы работали с новым фотографом, который обычно снимает какие-то праздники и различные мероприятия в городе.
So he's very happy to collaborate and to identify also all the places that are important for the city, which we wouldn't know because from Paris we, well, okay, the train station maybe we would know, but not all the other places. И с ним было очень здорово работать, потому что, поскольку он был местным, он знал очень много всяких мест в городе, о которых бы мы даже и не догадались, поскольку мы из Парижа. Например, вот эта станция вокзальная. So the theater program gets invested in the train station, in the market hall. И мы как бы внедрили тему театра на рынке, на вокзале. And then you can see it again on the marketplace. So it's a little bit like a introspection of the city by itself. В этом плакате, например, театр внедрён в рыночную площадь, и потом этот плакат внедрён обратно в рыночную площадь. Ну, то есть этот плакат поставлен в рыночную площадь, то есть такая игра двойная. So, in the third year, then we involved the groups of people, like here, the group of the people who work in the theater we invite. В течение третьего сезона мы разрабатывали тему групп людей, и это люди, которые работают в этом театре. Oh, here this is all the commercials of the main street. И они стоят, и мы видим рекламы многочисленные на главной улице. Children. Дети. And when we knew that the football club wanted to be part of this, we knew that we had one. И когда мы узнали, что футбольный клуб местный хочет поучаствовать в проекте, мы поняли, что работает. Works very well. People get involved. One season we had them carry the program on faces, and in the last season we just put the light on all the different professions where seldom is the light put on, like the gardener, the public gardener. I was very proud to have this picture all around the city. И на протяжении сезонов мы разрабатывали тему взаимодействия с людьми. Вот вы видели лицо человека, там были лица разных людей, на которых были напечатаны, была информация, то есть они были носителями информации. А в следующем сезоне мы разрабатывали тему разных профессий, которые есть в городе. Например, вы видели фотографию счастливого садовника, который попал на плакат. And now it's so far that people call us up and say, how come that I'm not in the program? И теперь нам иногда звонят люди и говорят, ну почему вы не включили меня в программу, почему у меня нет на этих плакатах? And this is the photographer who got, he was very tired about all the season, and this is our new season poster with him. And this is my last picture. И эту фотографию я сняла, человек, видите, очень устал от театрального сезона, много посмотрел, и это последний наш слайд на сегодня.